Выбросила. Продолжу. В этом курсе не будет случайных людей. В принципе, я не отбираю людей по каким-то анкетированиям, но я знаю точно, что в этом курсе случайных людей не будет. Здесь будут люди, которые доверяют и которым я буду отдаваться полностью. Я и Людмила, мой куратор, это ассистент канала и партнер мой в том числе. То есть здесь нет случайных людей. Здесь не будет таких проверок или домашних заданий, которые непонятные кураторы, которые набираются перед стартом курса и по чек-листу проверяют домашние задания. Более того, здесь не будет домашних заданий с проверкой и не будет стоп-уроков. То есть курс рассчитан на взрослых людей, осознанных, которые понимают, зачем им это нужно. Но я предлагаю вам, то есть ценность этого курса, максимальная ценность этого курса – это обратная связь. Вот обратную связь нужно просто взять по максимуму. Все, что можно. Мы будем проверять каждый канал. Мы будем давать оценку каждому каналу. Мы будем помогать писать сценарии к видео, которое вы будете снимать. Более того, мы будем давать задания, рекомендации даже, скорее всего, какие лучше видео снять для вашей ниши. Первый урок, который у нас будет проходить, это поиск ниши. То есть не обязательно, вам будет предложено 40 тем различных для того, чтобы определиться, возможно, что-то интересное найти для себя, вдохновиться чем-то, со ссылками на самые популярные каналы в этой нише. То есть мы проанализировали, просканировали полностью весь YouTube для того, чтобы вам выдать только отборную информацию, только та, которая... на которую бы вы попали, возможно, через год, например, если бы решили что-то сделать. За вас сделали всю работу просто. Вам нужно будет просто по схеме, по руководству нажимать на какие-то кнопочки, которые мы вам скажем, какие нажимать, для того, чтобы получить какой-то результат. Потому что, наверное, в большей степени, не в большей, а в стопроцентной степени, этот курс для девочек. Мишель тоже открывает канал, она, кстати, ищет, она уже нашла свою нишу, которую она хочет, но я еще попытаюсь подкорректировать ее, потому что ее привлекают каналы, на которых очень много покупают канцелярии и потом рассказывают, для чего она, что это такое. Но в этом канале есть сезонность определенная, то есть сейчас как раз они популярны, их подсовывает YouTube для того, чтобы такие вот подростки смотрели, покупали и так далее. Канал будет у нее однозначно, но у нее 1 сентября еще начинается школа, и здесь нужно понимать способности и особенности своих детей. У тебя, Ир, по-моему, сын немного старше, чем у меня, Мишель, и, возможно, дисциплинирование чуть-чуть, может быть, и получится. Вообще, можно этот курс покупать и детям своим, для того, чтобы они тоже пробовали. Будет понятно, если будет понятно нам, девочкам, то и детям будет понятно. Кто меня знает, вы знаете, что я разжевываю прям вот до таких подробностей и мелочей, что не понять просто невозможно. Еще один блок, про который я не сказала, это блок второй, это видео с нуля. Я знаю, что многие мастера уже научились в процессе своей деятельности снимать и монтировать, фотошопить, редактировать фотографии и видео. Вот. А кто-то еще этого не умеет делать. Поэтому тот, кто не умеет делать, может покупать отдельно этот блок и проходить блок по съемке и монтажу. Тоже будет все максимально просто, не будет никаких спецэффектов и наворотов. Будут элементарные переходы, элементарная установка. Две простые бесплатные программы. То есть я буду рассказывать и показывать, какие есть хорошие платные версии, какие есть бесплатные версии, которыми тоже очень круто можно пользоваться и тоже очень можно легко и просто бесплатно монтировать.
Можно все удорожать потом. Всякие тюнинги вы можете набрасывать на свои навыки, имея хорошую базу, хороший фундамент. Вы это уже тоже знаете, вы уже взрослые ребята, так что что такое хорошая база, хороший фундамент, наверное, вам можно и не рассказывать. Про съемки. Как выглядеть, как установить свет, какую одежду, какой стороной сниматься, на каком фоне. Съемки «Говорящая голова», съемки предметные, то есть все вот эти вот моменты тоже будут на этом курсе. Курс «Видео с нуля», так и называется, с нуля и до момента, когда вы его выкладываете. В каком формате, как это должно быть, как потом перевести из одного формата в другой, какие-то приложения, бесплатные приложения по музыке без авторских прав, которые вы можете использовать в своих видео, то есть все то, что необходимо для того, чтобы создать свое классное видео со своими эффектами, с какими-то, и использовать модную современную музыку, а не то, что предлагают там на стоках, непонятные вещи, конечно, бывают странные. Ну и третий блок, который входит в этот курс, это блок оптимизация и продвижение канала. Это самый такой, наверное, технический и самый неинтересный, самый скучный, наверное, блок, но без него тоже никак. Это даже интересно очень становится, когда ты в этом всем разберешься, как продвинуть свой канал, за счет чего можно это сделать, кроме инструментов, которые предлагает YouTube. Это могут быть платные продвижения, это может быть покупка реклам у других блогеров, это могут быть стоки блогеров, которые готовы сотрудничать с начинающими ютуберами, точно так же, как и они начинающие, то есть вот такими моментами продвигаться. Возможные варианты бесплатного продвижения. Чем еще можно, какими словами, какими запросами. То есть все вот эти вот варианты продвижения будут в этом курсе. Я попрошу, чтобы по этим техническим моментам Люда еще у нас проведет какой-то эфир, чтобы она рассказала, хотела сказать, правильной профессиональной терминологией, но думаю, что не стоит, наверное, потому что многие вещи будут непонятны, это будет выглядеть, как будто бы мы просто демонстрируем свои знания и показываем, что мы можем, а вы не можете. Поэтому ко всему мы подходим плавно, постепенно, мы не прыгаем с места в карьер, потому что это опять-таки может привести к выгоранию. Ко всему мы приходим с пониманием, с осознаванием того, что мы делаем и зачем нам это нужно. Вот, что еще? Я сказала, что из чего состоит курс, висим. Висим или не висим? Еще кто-нибудь напишите, висим или не висим. Из чего состоит курс? Сколько он стоит? Я приблизительно рассказала, что в нем будет. Я рассказала о пользе Ютуба, который нужен уже, что он никогда не будет лишним, он не просит денег, YouTube не спрашивает деньги за аренду. Ну, возможно, единственный вариант, что YouTube иногда может закрыть канал, если вы вообще туда ничего не выкладываете. Вот у меня такое предупреждение было, канал мне, YouTube присылал мне, по-моему, 2 письма, что уважаемый партнер, потому что я являюсь партнером Google, так же, как и каждый из вас может этим партнером стать, когда будет 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров на канале. Google предлагает вам стать его партнером. Вы можете отказаться, конечно, и зарабатывать по-другому, монетизировать себя по-другому, не получать чеки от Google и от YouTube, а вы можете себя монетизировать тем, что вы продаете рекламу на своем канале. Вы уже можете достичь таких высот, что к вам будут обращаться рекламодатели, и это зачастую больший доход, чем то, что платит Google. Плюс продукция, которую вам отдают для того, чтобы вы ее показали, плюс коллаборации всевозможные с брендами. То есть это очень интересная движуха. YouTube — это очень интересная штука.
Во-первых, вы по-другому на себя смотрите. Во-вторых, вы видите возможности, которые вы используете уже сейчас. Они, как выводится оплата с YouTube? Выводится на привязанную карту в долларах. YouTube оплачивает в долларах. С разных стран приходят чеки. Вы получаете либо в Приват24, либо в какой-то другой платежной системе, в которой вы находитесь, что вы получили с Гугла чек. Все очень приятно. В определенное число, там от 15 до 18, вам в эти 3 дня просто приходит уведомление о том, что на вашей карте появились деньги от Гугла. Все цивилизовано. Кстати, хочу оговориться, что девочки, которые в Испании, в Германии находятся, в Европе, здесь нужно узнать, потому что на русскоязычном пространстве ни в Украине, ни в России еще блогерство не облагается налогом, а мы являемся блогерами. То есть, если у вас есть канал на YouTube, если у вас есть дети, да, до совершеннолетия только на родительскую карту. Либо вы можете открыть детскую карту. Есть в приватах, по-моему, детская карта, Junior называется. Вы можете оформить такую карту. Но там, по-моему, есть возрастные ограничения, когда вы регистрируете канал. Его нельзя зарегистрировать на несовершеннолетнего. Он регистрируется на чей-то домен, на чей-то адрес и транслируется просто ребенок. Там тоже нужно выбирать контент, можно разную нишу выбрать. И YouTube, в зависимости от того, какую нишу вы выбираете, определяет, сколько стоит клик на вашу рекламу. Вы же замечали, что в YouTube, когда вы смотрите ролики, вначале появляется 2 ролика, которые вы не можете пропустить и остановить. В середине может появиться реклама, которую вы не можете пропустить. И в конце иногда появляется реклама, которую YouTube вставляет сам. Не вы вставляете ее по своему желанию или по договоренности с вашим рекламодателем, а ставит сам YouTube, потому что YouTube зарабатывает на этой рекламе. Если ваши ролики очень маленькие, например, там минута 3, то YouTube может ставить всего лишь 1 раз рекламу, и он не очень любит такие ролики. Сейчас оптимальный размер — это 10 минут. То есть от 7 до 10 минут YouTube может ставить 3 или 4 рекламы в ваш ролик. Соответственно, он и будет продвигать ваш канал, потому что вы даете ему возможность зарабатывать. Ну, соответственно, он с вами делится. 60% вы получаете от рекламодателя. То есть если взять общую сумму заработка, разделение идет 40 на 60. 40 YouTube забирает себе, 60 отдает вам. Прекрасные условия, мне кажется, за то, что такую возможность вам дают. Если будут вопросы, вы их можете писать. Пишите в комментариях, пишите в личку, мы будем отвечать. Курс стартует 1 сентября. Начинается занятие, то есть вы будете получать уроки. Записаться на курс можно уже сейчас. В шапке профиля есть лендинг, вы переходите на прямую ссылку, выбираете, что вам нужно, какой блок или полностью весь курс вы покупаете, и вас сразу регистрируют. Если человек рекламу отключает, это не ваша проблема. YouTube все равно разместит на ней рекламу. Для того, чтобы отключить рекламу, человеку нужно подписать на VIP-пакет. Тогда у него не будет рекламы. А если подключается VIP-пакет, то YouTube уже получил от этого человека деньги. Сколько стоит курс? Весь курс, все 3 блока, которые я озвучила, стоят $150. Вы можете купить каждый блок отдельно, потому что есть люди, у которых уже есть канал, и они уже знают, как залить видео, например, они уже знают, как оптимизировать. Кто-то регистрировал канал просто для того, чтобы иметь возможность там писать комментарии или еще какие-то манипуляции в YouTube делать, но не знает, как заливать, как оптимизировать. Тогда все равно нужно идти на все 3 блока. Кто-то знает, как все делать, но не знает, как продвинуться. Можно просто 3-й. Лучше, конечно, брать курс целиком. Не потому, что я такая жадная и хочу заработать, а потому, что вам так будет легче.
с самого начала знать поступательно, что зачем делать. И почему, если что-то не получается, где искать причину. Вот. Обратная связь будет у всех одинаковая. То есть здесь нет каких-то VIP-пакетов или бонусов. Бонус есть только вот у общего курса. Мы расскажем, как можно создать канал без своего присутствия в нем. Ничего не говоря и ничего не показывая, я имею в виду себя. Не снимая никакого контента. А так у всех все одинаково. Вы заметили, что очень короткое окно продаж. У нас всего лишь 2 недели продается этот курс. Я знаю, кто на этот курс придет, и я знаю, что курс будет заполнен. Но у нас нет ограничения по местам, у нас нет там последние 2 места осталось, такого не будет. Вот этой вот токсичности всей маркетинговой не будет. Заканчивается прием оплаты на курс 30 августа, то есть перед стартом самого курса. Вот и все. Про этот курс знают мои коллеги-блогеры в Instagram, которые тоже идут на курс и тоже будут его проходить. И тоже о нем готовы заявить, и вы будете слышать на их страничках о том, что есть такой курс. Мы будем делать показательные разборы каналов своих учеников, которые идут на курс, которые будут показывать результат. Например, вот у нас со Светланой Андреевой будет в четверг прямой эфир. Она захотела, чтобы я для ее аудитории рассказала, что это за курс. И более того, она согласилась на публичный разбор своего канала. Вы же знаете Свету Андрееву, вы же знаете уникальность этого человека, что это нескончаемый поток полезной информации, причем уникальной, грамотной, выстроенной, структурированной. Но тем не менее, при таком количестве зрителей в Инстаграм, на Ютубе, ну не так много подписчиков, как хотелось бы. И она говорит, блин, что с моим каналом не так? Мы сегодня заходили посмотреть, и нам есть что сказать. То есть после эфира мы сделаем разбор еще каналов уже известных блогеров. Она уже меня презентовала, моя девочка. Спасибо ей большое, сейчас пойду смотреть. Я еще не видела, если честно. Ну что, я заканчиваю эфир. Я думаю, что все, что нужно знать об этом курсе для того, чтобы принять вам решение, я сказала. Я буду еще в сторис кое-что рассказывать, то, что будет приходить мне в голову, как мысли. Я буду рассказывать просто свой путь на Ютубе, чтобы вы понимали, насколько это не бесполезный проект. Все, спасибо вам большое за то, что вы были со мной в эфире, за то, что вы прослушали, за то, что вы теперь информированы. Переваривайте эту информацию, и если есть вопросы, задавайте. Всем хорошего вечера.